19 к 5305.07.2018 обновлено 20 часов 5 июля 2018 года 16604 Саратов 5 ю РИА Новости. Гериатрический центр для оказания медицинской помощи людям пожилого возраста открылся на базе госпиталя ветеранов войн в Пензе, сообщило в четверг областное правительство. Прием ведут 3 специалиста: врач-гериатр и 2 невролога-паркинсонолога. Прием пациентов старшей возрастной группы в центре длится 45 минут. За это время врачи проводят тестирование, оценивая уровень физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента, говорится в сообщении. В правительстве отметили, что после прохождения обучения, которое закончится до конца текущего года, в центре будут работать 13 специалистов. Основным контингентом центра являются пожилые люди, имеющие множество различных хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и признаками старческой астении. По данным областного Минздрава, в ходе прохождения диспансеризации пожилые люди с признаками старческой астении будут направляться врачом общей практики или неврологом из поликлиники по месту жительства в областной гериатрический центр, где узкие специалисты будут учить своих пациентов жить правильно и с удовольствием. В ведомстве отметили, что наступление заболеваний, сопровождающих старость, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, можно отодвинуть, если вовремя увидеть тревожные симптомы и принять меры, в чем и будут помогать врачи областного гериатрического центра. Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний, в том числе и связанных с возрастом, цитирует слова главного специалиста-гериатра Пензенской области Елены Гринчук Минздрав региона.